когда вам переваливают за 50, вы начинаете понимать, что время идет против вас, и вам надо успеть все закончить. Своей физикой тренируете свое тело, тем больше у вас в жизни все получается, и вы идете по правильному пути, то есть к своей цели. Цель построить, воссоздать себя и показать молодежи нашей, которая у нас есть, растет, что это все возможно и реально. Они не катят. Человек уходит, уклоняется. Так же самое это туда. Он в шахматном порядке людей расставляешь. И уже тогда работаешь. Удар, удар, удар. Такой удар. Разницы нет. Главное, чтобы ты лоу-кик, удар, хай-кик, прямой удар. Они эффективны. Вот, вот, вот. Удар, 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 вот, ноги. Вот я свернулся. Для того, чтобы... Три раза вдыхаем, восстанавливаем дыхание. Каждый шар 360 грамм. Они предназначены для отработки скорости ударов. Так же самое, как отяжелители на ногах. Здесь по килограмму на каждой ноге. Для того, чтобы была скорость, нужно работать с отяжелением. Удары локтями, боковыми. Хай-кик, уширамаваши, боковые удары. Все делается с отяжелением, чтобы была скорость удара и точность.